Народ, всем здорово, рад вас видеть еще раз. Надеюсь, вам понравились предыдущие фишки про коммуникацию. И сегодня я вам расскажу фишки про то, как надо правильно смотреть демку. 5 правильных советов. Один из них, самый первый, самый нужный, это бинды. Надо обязательно их использовать. Запишем. Такой восклицательный знак. Начиная от того, что вы должны знать, как летит направление гранаты, вы должны зажимать Alt. Заканчивая скриптами и эйлисами, которые вам позволяют ускорить просмотр демки там, и так далее и тому подобное, мы это все скинем ниже в комментариях, по ссылочке вы это увидите. Второй немаловажный фактор – это использовать кнопочку Ctrl, которая дает вам раскрытие всей карты, и вы можете смотреть за перемещением своих всех тиммейтов. Это очень важно, потому что большинство людей не юзают эту кнопку, хотя она очень нам нужна. Это тоже важный фактор, мы его должны использовать. Третий вариант – это никогда не выбирайте тир-1 коллективы, если вы еще не достигли их уровня. Всегда надо смотреть что-то приближенное к вашему уровню. Не берите там демки симплов, потому что они играют чуть-чуть на другом уровне, и вы ничего не будете понимать. Вы просто просмотрите демку, скажете, вау, он круто играет, но ничего для себя не вывести. Поэтому третий, тоже важный пункт – это выбираем, так сказать, демку по нашему скиллу. Скилл записываем. Четвертый немаловажный вариант – это когда вы увидели какой-то хайлайт или момент, в первую очередь, да, вы посмотрели за тем игроком, за которым вы следили, но посмотрите, что делали его тиммейты, чтобы создать этот момент. То есть, как вы будете объяснять своему тиммейту, чтобы вы хотели повторить те же движения, и какие гранаты использовали для этого мува. То есть, смотрим четвертый момент, смотрим на тиммейтов. И пятый, самый последний, тоже немаловажный совет – это мнение со стороны. Часто очень игроки смотрят демки только за собой, но не поленитесь, отдайте другу, хорошему игроку, тренеру, неважно кому, тот, кто тоже занимается Counter-Strike, чтобы он посмотрел со стороны и дал свое мнение, не слушая вас, просто сказал, указал на ваши ошибки. И тогда вам будет намного проще оценивать свою игру, и вы увидите, насколько вы там делаете неправильные ошибки. Поэтому мнение со стороны тоже очень важно, так и записываем. Мнение. Вот. Подписывайтесь на наши соцсети. С вами был Анатолий Литл Яшин. Всем пока!